приходится снимать. Скажи про этот плакат. Одно место, которое мне никогда не надоедает. Какое место? Да, наверное, уже наши подписчики постоянно знают, что это за место. Видите, в скале сделан вход. Вот отсюда начинался винзавод. А сейчас здесь магазин Грот. А вон озеро. Они где сидят? Вот это магазин. Сделан в столе. Что это за птицы? Не знаю. А? Не знаю. А в натуралисте, если сфотографировать, определи там? Что это? Воробьи, скворцы, мухи. Соловьи. Непонятно. Что, проскочить? А, хорошо как. Проскочи, что ты? Да классно. Трусишка. Ну, идем вот туда. Идем. Вот здесь по дорожке вот так. И вдруг что-то вода такая. Думаю, что такое? С дерева что ли капает? Нет, это вот фонтан. 300 метров до него. А вот он на Викторию капает капельки, вот видно даже. И на меня стоим, и дождик. Прикольно так. Вон там Империал, отель мы были в прошлом году. А вот ресторан, куда мы идем. Он прям расположен на озере. Ну, пойдем туда вверх. Конечно, под видом, что мне снимать надо. Виктория отдал сумку, и на, мне надо снять. Я сейчас, как будто бы я забуду. Интересно, она мне. Ну, пойдем. Сейчас мы почитаем. А сумку где? Тут куда подниматься? Вверх или вниз? А помните, в прошлом видео я показывал, здесь перфоратор работал. Музыкальные трели выдавал. А сейчас открыли. Ладно. Вот такой вид здесь будет. Вот она, капитан. Пошел. Мы с ним общались, но я не стал снимать. Он говорит, не надо меня афишировать, а то я в розыске. От жены скрывается. Хороший мужик оказался. Без маски, одевай быстрее. Баклажаны запеченные. А вот что здесь, салат какой-то там? Мусс из копченого сыра, индейка, копченая груша и кавказская дыня. Ага. Вот так вот. И компот
армянский из Кизила.